Доброго вечера. Ребят, если не успеваю читать комментарии, извините, пожалуйста, я очень хочу, чтобы все в кадр попало, главное, чтобы вам было интересно смотреть, а не слушать. Мамочка. Hello. Дуня, Адя. Комментируйте действия тренера. Ребят, я тут ползаю по полу, правда, чтобы вам было лучше видно. Я даже не знаю, смогу ли я говорить. Социализация. Щенок должен работать в любых условиях. То есть, вот видите, взрослые собаки, они уже, естественно, тренированные, адекватные. То есть, помогают нам тренировать малышей. Соответственно, он работает послушание при взрослых суках, кобелях. Котах, если вы заметили, которым чуть-чуть плевать, что у нас вечерняя тренировка, они отдыхают. Вот видите, он чуть-чуть отдыхает. Вот один, вот второй. Ну, в общем, если так еще полазить, поискать, их тут у нас. Вот. И наши собачки маленькие привыкают к тому, что надо работать в любых условиях. Плюс старшие своим спокойным поведением, все-таки животные стайные, сами понимаете, старшие своим поведением, уверенным в себе, задратыми хвостами и так далее, естественно, передают это состояние щенку, и щенок, естественно, учится. Вот вам. Вроде бы все прокомментировала. Видела там привет с Киева, привет Киеву, огромный привет Киеву. Как научить агрессии? А с агрессией надо родиться. Научить агрессии это... Ну, поднять агрессию. Пищевая агрессия, это с помощью, допустим, костей кто-то делает, такой мясной. А можно... Меня слышно? Да, я думаю, что слышно. Можно на человека, то есть чтобы человек доставал у собаки агрессию, это в защитной работе используется. Это нужно искать фигуранта, который знает в этом толк. Чем он их кормит? Говяжий фарш. Мясо перемолотое на мясорубку. На мясо они очень хорошо работают, на корм они, естественно, так не работают, поэтому вы это обязательно учтите. Руки, конечно, всегда... Ну, в общем, неприятно фаршем работать, но, тем не менее, ради такого результата, ж сами понимаете. Щенки.
Пошли на продажу черные и рыжие. Вот эти уже проданы, которые вот сейчас щенок работает. Эти щенки уже проданы. А черные и рыжие на продаже. Зайдите к нам на страницу, посмотрите на них. Hello, hello, hi. Всем здравствуйте. Всех рады читать. И благодарим, что наблюдаете за нами. Спасибо вам за комментарии. Ой, засмотрелась. Деловая ходит. Как старшие помогают, то есть щенок сейчас от жадности, потому что на Казахстан отправить сможете. Ну, я думаю, что да, почему нет. Надо все узнавать. Сейчас каждый день все меняется, поэтому сказать однозначно сегодня да, что будет завтра, неизвестно. Летают ракеты, понимаете? Понимать, что нельзя, как вороной бегать. Привет, здравствуйте, всем здравствуйте. Спасибо за подарки. Здесь, видите, вот две взрослые собачки, и щеночек не должен. Браво. Здравствуйте. Космос. Так, что остальные делают? Входим, собираем остатки фарша, естественно, самое голодное. И, по всей видимости, что-то там тоже, то ли мячик закатился, то ли что-то там шевелится. Еще барышня тут охотится. Что ты там нашла? Иди, оп. Все. Ай, корова! Там есть что-то. Ай, умница! Красотка! Вот такие они взрослые вырастают. И там ей кто-то по морде дает. Судя по всему, котяру загнала туда в дырочку. Мальчишка рыжий продается. Устроили. Пока тренер готовит мясо, я вам покажу взрослых. Они бесятся между тренировками. Ох, и боже мой, он решил, что он уже тоже взрослый парень.
есть, видите, никто никого не заставляет. Хочет, подходит к тренеру и работает. Не хочет, всего доброго. А жрать-то хочется, а тем более говядину. Ну и маленький, видите, работает, естественно, при любых раздражителях. Мне кажется, это очень здорово. У него темные родители, вот он сейчас вроде бы такой рыжий, но он должен быть прям такой ярко-ярко-красный, по идее. Ну а что, нет, сейчас она прыгнет ему на голову сначала. Дунька, что ты, что, Сёльничка, что такое? Космос устал, все, пошел передохнуть. Еще уши не встали, на дворняжку похожи. Опа. Космос, ну ты закрыл мне весь, все кино. Маленький вы что, самый главный. Директор, блин, землетрясения. Добрый день. Благодарю вас за лайки. Благодарю за комментарии. Извините, кому не успеваю отвечать. Английский, sorry, sorry. No speak English. Чуть-чуть дурной. Происходит, и я тут. Добрый день, Беларусь. Здравствуйте, Беларусь. Здравствуйте. Стая. Жалко, что у тренера только две руки, а не четыре. Было бы круче, конечно. Мумошечка ходит, собирает фаршик. Не должны быть голодными. Нет, мы просто вместо того, чтобы просто кормить с миски, делаем тренировку. И все. То есть, если у щенка нету пищевого инстинкта хорошего, то поверьте, держите вы его, не держите на голоде, ну не будет он работать. Не будет. У нас первый тест, это если собака плохо кушает, она в работу не идет. Это первое, что нам очень важно. Вот видите, он сейчас с добычей бегает среди взрослых, много. Естественно, это придает ему уверенность. И вырастет молодым кобелем. Ну, если генетика не подведет, конечно. Привет, всем привет, да, здравствуйте. Бузеров. Это здорово, когда жутко голодная собака, сколько ни корми, это шикарный пищевой инстинкт. На этом можно много чего сделать с животным. Причем все в игре, и поверьте, будет просто замечательно. За лайки, спасибо большое.
смотря какая собака. И я, честно говоря, немножко, ну... Как бы не хочешь кушать, значит, не хочешь тренироваться. Все, идешь на место. Два раза в день тренируем, три раза выгул. Ну, естественно, выгул же не просто ходим, гуляем, верно? Подкрепляем всевозможное хорошее поведение и плохое, естественно, ну, исправляем. Собака плохо поела на выгуле. Это я говорю про щенков, естественно, не про взрослых. Барышни тоже ходят, фаршик подбирают, иди знай. Где-то что-то упало. А, мошечка тоже мне коровка. Он тебе в рот не влазит, эй! На мячик такая реакция, потому что это добыча хорошо развита, ну, добычные собаки. Вы же видите, агрессии практически нету, ну и мы не развиваем, нам это не нужно, нам для работы больше добычи интересует. Поэтому... Опа, опа, шкандаль будет, нет. Думает, господи, да дайте поспать в конце концов. Пошли вон, сволочи, скажи. Лёшка, не дали тебе отдохнуть, да? Нет, это еще не все собаки. Спрашивают, это все ваши собаки? Это все наши, ну, точнее, это наши, но не все. Вот, что я хотела сказать. Вот, нате вам. Все, Лешка пока галус ловил, собачка скушала. Муму сейчас ему за мячик сделает секир башка. Опа! Опа! В общем, если у нас не будут продаваться щенки, будем в подземном переходе деньги зарабатывать. Нос включил. Берем, но очень редко. У нас много своей работы. Очень редко берем. Лайкайте, пожалуйста, блин. Мы Одесса. Спасибо большое за лайки. А то, что мы стараемся, лайков нету. Сразу кажется, знаете, уверенности в себе нет уж, как у всех, вы же знаете. То есть, думаешь, блин, что-то, наверное, не то. Спасибо за подарки. Подарки не клянчу, стыдно. А лайки клянчу. Видите, какая у него стрелка на груди классная? Чисто стрелка. Да, у нас питомник Малинуа. Бельгийская овчарки. Опа! Я буду работать. А видели, куда эта стрелка показывает? А то мне надо нафоткать его. Я все пытаюсь это сделать, никак не получается нафоткать. И всем, кто пишет глупости. Правда, никто еще не пишет глупости, блин. Нет у меня еще хейтеров, но... Наверное, ж появится, ж елки-палки. Жду. И буду показывать эту фотку. Все. Да, это тоже Малинуа, когда... Вот смотрите, вот окрас, видите? Это называется карбонадо. Вот такое с таким долго вяжешь, получается черное. Вот.
вот вам весь секрет в черных малинуа. Просто темное с темным долго вяжешь, получается черное. Но они тоже, если честно, не совсем черные. То есть это в помещении они выглядят как черные. А если выводишь их на солнце, у них есть точно такие же, вот как я их называю, полосатики, да? Просто у них эти пятна темно-темно-коричневые, такие очень темно-коричневые. Это видно только на солнце. Спасибо вам за лайки. Шнырь, шнырь такой, пим-пим-пим. Пришла. Все пришли. Зайка, у нас же все-таки рабочий питомник. Ну, умеют, конечно. Ну, мы такое, ну, вы же понимаете, да, и лапу там вот это вот зайка, это чуть-чуть. Сейчас. А, понты пролепил. Пролепила эта девочка. Сейчас морду наши коты именно чистят и будут знать. Девки гонять за котами. Дуня! Не буди котов, они отдыхают. Шнырь, ты работать думаешь? Не голодный, да. Смотрите, это вот самый лучший малинуа на свете, видите? Чтобы у нас рабочие все собаки, коты. Да, рабочие коты, короче, поняли? Плевать им на все. Забрал, видите, перед взрослыми, уверенность, вот так, сейчас взрослые попытаются отнять, ну, ласково, видите, помогают нам воспитывать, в общем, как подружить котов с собакой, ну, вот смотрите, вот сейчас пока тут Косьма что-то делает, вот, вот. Научить кота притворяться мертвым, наверное. Надо, чтобы коты выросли в питомнике малинуа и думали, что они малинуа, и били просто собакам морды. А с детства щенков мы приучаем, и, понятное дело, они на них просто не реагируют. То есть это ж не одно поколение. То есть коты почему себя так ведут? Потому что они здесь выросли. Понимаете? Вместе с этими, когда эти были еще... В общем, у нас рядышком есть тараконный рынок, мы же в Одессе. И там продается каждую субботу, воскресенье всякие кошечки, в общем. Все, что не продается, простите, народ приходит и нам прям выкидывает тут. А мы их подкармливаем, они нам помогают тренировать собак. Работают раздражителями. Вот видите, она знает, что трогать нельзя, но все-таки ж добычный инстинкт существует. И вот она ждет. Собака активная, коты взрослые. Она на них бежит, а они боятся. Но это взрослые. Я сейчас, если выйду во двор, вы чуть-чуть обалдеете там. После последних выходных у меня еще, по-моему, 4 маленьких котенка появилось. И они смотрят на взрослых котов. И, естественно, так как, ну, в общем, копируют поведение. И, по всей видимости, себя так ведут. То есть маленькие не убегают, тоже по морде пытаются дать, если там есть какой-то пресс со стороны собак. Опа, нос включила, деловая колбаса. Идти. Не надо после тренера подбирать. Есть кому это делать.
рука. Видите, что было? Он не понял, что там на кресле кот. Она просто сидит и ждет, пока что-то будет. А белый, блин, неваляшка. Чистая неваляшка. Вот видите, неважно ему где валяться. Спасибо за лайки. Сколько собак? Ну, не скажу сколько, секретик. Много, много, целый питомник. Коты думают, что они малинуа, самые крутые собаки. Я же говорю, что у нас все собаки так себя вели, как коты себя ведут уверенно. Баба. Баба. Отвлекается. Плохо. Нашел чем заняться. Наглость, говорят, второе счастье. Баба. Космос знает, куда от них деваться, от щенков. Лёшка, вот дурочка, да? Да, космос растет, растет. Уже почти совсем взрослый. Мячик и канатик висит, и он хочет схватить. Нет, мы Одесса. Мисс Одесса. Собаки тренируются, тренер отдыхает. Как малинуа уживаются с другими собаками? Как приучите? Шнырь такой. Он
еще играться собрался. Дилешман. Прелесть моя, что ты там ищешь? Эй! Ара! Спасибо вам за такие комментарии. Это американские були, это не Пит, не Став, это американские були, это девочка, ну, то, что девочка, видно, да? Сколько месяцев? Главное, чтобы все прививки были. Все прививки, как правило, к 3 месяцам. 2,5-3 месяца. Это если, ну, по стране, в которой вы покупаете. А если за границей вы, то есть там в Европе, например, то раньше, чем 4 месяца вы не сможете взять. Спасибо за слово «прелесть». Спасибо за лайки. Спасибо, мы стараемся, чтобы нашими собачками наслаждались. Благодарю за такие слова, приятно. Малыш, черняшка, это личинка малинуа. Это малинуа. Я уже рассказывала, если долго вот такой окрас, темное с темным вязать, получается черное. Не совсем они черные, а на солнце они имеют такие же полосы, как здесь, просто они очень темно-коричневые, их видно только на солнце. Вот вам весь секрет черной малинуа. Вот такие они вырастают, взрослые. Взрослая сука, ну как взрослый, ей годик. Год и три, прошу прощения. Устали маленькие. Эй, космос, нет. Хочет тоже сорта у него выдрать. А он уже не в настроении. Да, Сёнси, никто не хочет с тобой играться, да? Скажи, пока я пришёл, они устали, коровы, скажи. Жарко еще очень. Они все
Давай, иди сюда. Ати, мой хороший. Табун. Если правильно держать малинуа с нужными ему нагрузками, то, естественно, ваша квартира будет в порядке. Но если вы не справитесь, вы останетесь без квартиры, потому что малинуа найдет сама себе работу, и вы будете не очень довольны проделанной работой. Маленьким можно, тебе нет. Твердый им рукав. Куча, гурьба. Смысл сегодняшней нашей тренировки, чтобы собаки были социализированы и нормально себя вели в толпе. Работали. Правда, не все захотели работать, но извиняйте. Бывает и такое. Сейчас. Все, они уже все устали, да? Будем заканчивать. Ну что, благодарим вам огромное, вам спасибо за потраченное время на нас. Ждем в следующий раз вас у нас. Благодарим за каждый лайк, за каждый комментарий. Вот, кстати, все цвета малинуа. Черные, карбонадо, рыжие. Спасибо вам огромное. Всем добра, мира, терпения.